Кур-центры открыли в Нижневартовске. Связано это с распространением инфекции уже у взрослых. После новогодних каникул из-за кори школы столицы Самотлора перевели на дистанционное обучение до 21 января. А теперь заболевание затронуло и взрослых. 6 таких случаев зафиксировали нижневартовские медики. Для работы с инфицированными и контактными пациентами в поликлиниках города организовали кур-центры. Они открыты на базе инфекционных кабинетов по принципу ковид-центров, работавших во время пандемии коронавируса. Там наблюдают за больными и контактными людьми, в том числе с применением дистанционных технологий. Пациентов ежедневно обзванивают и контролируют. Также обследуют, назначают лечение и оформляют листы нетрудоспособности. Здесь у нас есть и медсестры, и врачи. Они будут заниматься наблюдением за контактными, но за контактными наблюдает еще и участковая служба. У нас целые бригады созданы для работы в очагах. Здесь они будут дистанционно опрашивать людей по их состоянию здоровья. Они будут давать рекомендации определенные, вот, и собирать всю информацию как бы воедино, непосредственно в каждой поликлинике.